Привет! Меня зовут Оля. Сегодня я приготовлю галеты на ужин. Готовятся они легко, а результат вас обязательно порадует. Все необходимое количество ингредиентов вы найдете в конце видео и в описании к видео. Для заварного теста. В миску для замешивания теста высыпаем муку. Добавляем соль, разрыхлитель и перемешиваем. Воду смешиваю с подсолнечным маслом. Отправляю на плиту и довожу до кипения. Закипевшую смесь выливаю в муку и быстро размешиваю, чтобы вся мука успела завариться. Удобнее всего это делать вилкой. Пока тесто еще теплое, быстро вымешиваю воду однородности. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным. Заматываю его в пищевую пленку. Когда оно немного остынет, перекладываю в холодильник на 30 минут. Галета хороша тем, что в нее можно положить какую угодно начинку. Все зависит только от фантазии. Начинка. Куриное филе перекладываю в кастрюлю. Заливаю холодной водой. Отправляю на плиту. Снимаю пенку. Добавляю соль по вкусу. Варю около 40 минут до готовности. Выкладываю филе на тарелку остывать. Лук нарезаю полукольцами. На подсолнечном масле обжариваю его несколько минут. Чищенные шампиньоны нарезаю тонкими ломтиками. Добавляю к луку и обжариваю около 7 минут. Солю и перчу по вкусу. Выкладываю на тарелку остывать. Остывшее филе нарезаю небольшими кусочками и смешиваю с грибами. Картофель нарезаю тонкими слайсами. Укроп измельчаю. Начинка готова. Тесто достаю из холодильника. Делю на две половины, так как у меня будет две галеты. Каждую часть раскатываю в круглый пласт толщиной около 3 мм. Выкладываю картофель. Немного солю. Сверху маленькие кусочки сливочного масла, чтобы галета была сочная. Далее грибная начинка. Сверху натираю половину твердого сыра. Формирую галету, слегка прижимая складки. Сверху немного присыпаю кунжутом. Перекладываю галету на противень. Его можно ничем не смазывать и не застилать. Помещаю галету в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30-35 минут. Готовые галеты посыпаю укропом. Дам им немного остыть и можно угощать родных. В моем случае это ужин для двоих взрослых и одного ребенка. Рекомендую галеты подавать с легким овощным салатом, чаем или томатным соком.
Спасибо, что смотрели мое видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и готовьтесь с удовольствием. Пока!